Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, 2 звезды. Друзья мои, нам нужно получить 3 звезды. Плюс еще сегодня будут у нас события еженедельные. Так что поехали. Так, 62 отката. 74 уровень, ребят. Ну тут что нам понадобится? Нам понадобятся здесь великорослые, так сказать, персонажи. Я возьму, наверное, Крысиного Короля и, допустим, к нему возьму Армагона. Должно, в принципе, зайти. Ну, Армагон бомбанет. Этот Крысиный Король, в принципе, ему только добить останется, и все, в принципе, и никаких проблем. Да, только добить, и все. И он с превеликим удовольствием, ребят, делает. Все, отправил их куда подальше. Ну, а мы смотрим, у нас Лига Мастеров 2 звезды, но какое место? Полтишок. Стало 38-е. Сегодня что, ребят? Сегодня у нас пятница, да? Пятница. Суббота-воскресенье работаю. В понедельник у меня выходной. Но в понедельник у меня выходной, но тренировка. Но, наверное, буст. К бусту, я думаю, успею, если я обычно хожу в 12 часов на тренировочку и... Подожди, а что происходит-то? Подожди, а что? Вы такие вафлажуи, ёпарасоте! Вот вы вафлы оконченные. Ты посмотри, ребята, они просто... Они позволили сходить майки. И этот вшивый Леонардо еще прилез. То есть, Донни, Рафаэль и Макман. Просто щенки по скоростью. Просто щенки, ребята. Сотый уровень уступил 79-му. Тьфу на них. Вот что я тебе скажу. Тьфу, 200 раз на них. Вот так вот. Как они сейчас меня подставили жестко. Ну, это что, ребята? Это как называется? Это называется западло. Вот как это называется у нас, у простых ребят. Просто заговнючили мне всю игру. Вот катку тут просто заговнючили. Даже не стали ходить. Просто стоят, думаю, да когда же они сходят? А никогда. Просто никогда. Просто один сходил, бомбанул. И тот Лео пробивным паукуса шваркнул 70 уровня. А эти сотые стоят, ворон считают. Да. Подожди, у меня Лига Мастеров 1 звезда. Я думал, 2 звезды. Ну, это еще, ребята, хуже, чем, блин, можно было предположить. Я думал, что 2 звезды. Мы сейчас, думаю, такой до 3 дойдем. Там расправим крылья. Да, расправишь ты крылья. Как расправишь, так и заправишь обратно в свою рубашку. Нет. Нет, друзья мои. Не выйдет. 2 звезды, это только максимум, наверное. А потом что? До 3 звезд не факт, что мы сегодня доберемся. Не факт. Да, хотелось бы, но... Мне много чего, ребят, хочется, но не всегда получается. Так, пока тут махачи, надо посмотреть, что у нас там по телефону. Та-та-та-та. Рэй, ты куда пропал? Это пишут сообщение, ну, с Ютуба. Рэй, ты куда пропал? Почему нету новых роликов? Ребят, я вам объяснял. Нету новых роликов, потому что они ни хрена не грузятся на YouTube. Понимаешь? А нет, они как грузятся, но они так медленно. Так медленно. Вот я сейчас поставил черепашки, да, грузиться. Сколько прошло уже? Минут 40-55%. Ну там ролик маленький, 18 минут всего идет. А на втором канале такие ролики, которые идут по 3 часа, они грузятся, блин, сутки у меня. И причем грузится, и бывает такое, что то ли сбой какой-то, то ли еще что-нибудь там. На 25%, на 40%. Просто зависает загрузка, и все, ребята. Ты можешь проснуться утром, а у тебя как было 25%, так оно и осталось. От чего зависит, не знаю, ребята, но это факт. Вот такое вот происходит. Поэтому я не знаю, как остальные там смотрят ролики на Ютубе, через VPN или еще там через что. Но у меня лично это практически невозможно сделать. Это ужасно как лагает. Вот. Ужаснейшим образом, друзья мои, лагает.
То есть, мало того, что расширение, фиг знает какой, пиксельное, это раз. А во-вторых, показывает минуту, 3 минуты грузит. Показывает минуту, 3 минуты грузит. Вот как-то в таком темпе все. Так что, ребятушки, а так я никуда не пропал. Видосиков у меня снято дохренище. Очень много видосиков снято, но я их выкладывать пытаюсь, и они не вкладываются. У меня уже скоро места на харде не останется, чтобы куда-то эти видосики уже, как говорится, складывать. Так, забраковали, да? Ну давай, Крэнк, вжаривай им по полной программе. Дай им по сурепке всем. Прекрасно. Очень хорошо. Так, у нас какая там позиция? Давай-ка мы посмотрим. А позиция у нас 73-я. Это мы только лишь, ребята, двигаемся с вами к Лиге Мастеров 3 звезды. Только лишь туда мы с тобой двигаемся. Ну что, мы сейчас этих отыграем. Я уже потом думаю, что надо будет брать маузеров. И кто там у нас будет? Маузер. Кого-то в придачу брать и разносить их в хлам. Сейчас арену быстренько пробежимся. Сходим на ежедневки. Попробуем побить эксперт снаряжения. Может быть, где-то выпадет нам. А вот. Хотелось бы пару штучек. Ну, там уж как пойдет. Там уж как пойдет. И, в принципе, что? Да, наверное, больше и ничего. Вот мы только эксперт снаряжение попробуем набить. И... и арену закончить. Арену закончим. Надеюсь, в Лиге Мастеров 3 звезды. И ранг хотелось бы мне, ну, как всегда, 50-й, ребят. Почему? Потом завтра на работу, блин. Послезавтра на работу. В понедельник только выходной. В понедельник уже у нас будет буст. А для того, чтобы был буст нормальный, нам надо с собой хотя бы, ну, остаться в Лиге Мастеров 3 звезды. Чтобы по осколкам, я имею в виду, выровняться. Все. Другое как-то меня не устраивает. Кат-квест, друзья мои, прошел полностью игру. Блин, мне понравилось, но немножко, конечно, расстроило, что она коротенькая. Коротенькая она, но зато прикольная. Но коротенькая, твою же налево. Понимаешь? Коротышка. Так, подожди, у нас там 74 уровня майки. Блин, а я что взял с собой? А я что взял с собой? Ну-ка проверим. Маузеры смогут его. Если сейчас они его уронят, это будет круто. Если нет, будет плохо. Обалденно. Просто маузер взял и всех снес. Всех снес с поля боя. Шикарно. Непредсказуемо и шикарно. 40-я позиция. То есть 11 ступенек мы всего лишь пролетели. Ну что же. Двигаемся дальше. Я беру Армагона и маузеров. Армагон и маузеров. Тут сколько бойцов у нас? Ох, ядрен матрен. У нас еще бойцов-то сколько, ты видел? Тут нам, наверное, хватит до Лиги Мастеров 3 звезды добраться, это точно. Ну и, наверное, даже... наверное, даже, ребята, укрепиться нам хватит. Так, а какое сегодня число, друзья мои? Меня интересует. 9-е. Блин, надо... платежки сделать. Платежи, блин, как это все запарило в голове держать. Платежки, херошки, блин. Еще там что-нибудь. К концу года, блин, налоги платить. Ай, все одно к одному. Так. Давай возьмем маузеров и... давай супер шреддер, ребят, возьмем с маузерами. Я вот, честно говоря, не помню, у супер шреддера как по инициативке. Ну, инициативка, ребята, скажем так, по скорости. Давай вот просто говорить, по скорости. Как у него по скорости? Сейчас глянем. Я знаю, что вот этот шреддер, по-моему, неплох в скорости. Вот, который второй у нас есть, вот, обычный. Он, по-моему, ребят, неплох. Но это если его прокачать на 100-й уровень. Я не знаю, сейчас он, конечно, среди этих мутантов, он слабоватым кажется. Но так у него есть, вроде бы, как потенциальчик. 18-я позиция. Получается, нам 2 боя еще нужно отыграть. Сегодня, друзья мои, поставил фасоль вариться и сел играть в конскрипт.
игру. Я не знаю, долго я играл или нет. Долго, наверное, часа два, может, больше. Пошел на кухню, вспомнил, что у меня там фасоль горит. Там фасоль была полная кастрюля воды. Полная, ребят. И прихожу, да фасоль уже практически жарится. Думаю, ядрен-матрен. Как все-таки быстро. Я еще поставил медленный, очень медленный огонь, ребята. И выкипело. Ну, половина, конечно, впитала в себя фасоль, а половина выкипела. Я думаю, да, это хорошо, что я закончил. А я хотел там продолжить дальше. Ну, там получилась серия такая с четвертой концовкой. Секретная четвертая концовка. Естественно, меня она не устроила. Я буду перепроходить, но уже в следующий раз. Вот, это не концовка, это какой-то бред там на самом деле произошел. А я хочу истинную, ну, нормальную концовку, а не ту, что там мне выдали. Так что следующая серия будет, ребята, в поисках наилучшего конца, так скажем. Если честно, я даже не могу представить, какой там может быть наилучший конец. Что там нужно сделать? Нет, ну, в принципе, найти брата, это понятно. Найти нужно брата. Где он там, черт подери, находишься? Там такие дебри, туда-сюда лазишь. Там был такой момент один. Кончились у меня боеприпасы. Вообще все. Ни оружия где-то, ничего. Там надо было вагонетки толкать в шахтах, чтобы открыть себе путь. А по этим дорогам, по рельсам, целая куча ходил этих солдат. Ох, как же я там, как же у меня там подгорало. Как же я там вылавливал момент, чтобы сделать, чтобы они все ушли, чтобы можно было протолкнуть вагонетку и пробежать. Блин, да, момент, конечно, такой напряжный был. Но все-таки справился, ребят, с горем пополам. Переплевался весь, но справился. Так, ребят, мы уже с вами в Лиге Мастеров 3 звездочки. Уже прекрасно. Единственное, что нам бы позицию повыше подняться, вот, чтобы нас не так быстро скинули. Что сегодня? Сегодня я еще отыграл Бравл Старс уже. Ребята, она рендерится скоро. Ну, буду выкладывать ее. Вот сейчас черепашки отыграю. Я не знаю, наверное, Дракону Садники Олуха надо будет еще поиграть на сегодня. И, в принципе, наверное, все. Потому что время уже позднее. А когда они выложатся, эти видосики, хрен его знает, ребят. С такой загрузкой на YouTube они будут вечность, наверное. Вечность будут, наверное, туда загружаться. Не знаю, починят эту херобору или не починят, или это уже так уже будет навсегда. Нам тогда надо будет что-то, ребят, придумывать. Нам надо будет что-то придумать, какую-то альтернативу. Ну, у меня есть, конечно, зеркальный канал, это на Дзене. Я уже говорил в предыдущих роликах. Можете там смотреть. Как бы, если у кого что-то лагает, или там не устраивает качество картинки, можете на Дзене спокойно, там ничего не лагает, в нормальном качестве посмотреть ролики. Ну и заодно, если не трудно, можете подписаться на канал, чтобы вам потом 300 раз его не искать. Там сразу идут видосы с обоих каналов. То есть и с первого, и со второго. Так что, можно сказать, это выгоднее даже. Так, ну что, давай возьмем Кренга. Раз, два, три. Осталось тут, грубо говоря, шапочный разбор. Хотел сегодня, ребята, точнее не хотел, играл сегодня в Strike Force Marvel, естественно. Вот, играю и думаю, что-то я хотел сделать. Потом вспомнил, друзья мои, я хотел поставить, ну, хотел записать серию, потому что там у меня новый персонаж появился. Но вспомнил я это уже тогда, когда половина всего там разгреб, получал, подрался. Думаю, блин, и что я сейчас включу для того, чтобы просто показать, как я открываю персонажа, и перенес это на следующий раз. Но в следующий раз это будет уже что? Понедельник получается. Да и то не факт. И то, ребята, не факт, что это будет в понедельник. Потому что в понедельник он короткий у нас выходной. Там тренировка. После тренировки обычно меня, когда я прихожу, друзья мои, меня, ну, уставший такой, клонит спать. То есть я могу рухнуть, не проспать до вечера. Если вечером, то до утра. Ну, как-то так. Поэтому не факт, что будет записана серия. Но зато знаю точно, что конскрипт скоро мы проходим, ребята. У нас, получается, три игры в ближайшее время пройдено. Это Kingdom Rush Alliance мы прошли с тобой. Мы прошли с тобой Code Quest, третью часть.
и пройдем скоро конскрипт. И уже возьмемся, ребята, за следующий. Тини Бани попросили меня поиграть. Я ее, ребята, купил. Так что в ближайшее время будет. Написано, что Honor, но он такой, я посмотрел, ребята, ну, по роликам. Он такой, как будто, как бы, как это называется-то? Не квестовый, а когда вот это идет на экране общение, вот это вот. Выборы вариантов ответов. Как этот жанр-то называется? Я забыл уже. Вот. Не знаю, ребята. Там 3 сезона уже как бы этой игры есть. Игра еще, правда, до сих пор в раннем доступе. Но судя по тому, что, наверное, еще 4-й сезон будет выходить. Вот. 20 августа, не забываем, ребята, выходит у нас Вуконг. Игруха. Я ее еще пока не покупал. Вот я думаю, стоит ли брать. Потому что у меня, на самом деле, сейчас очень много игр купленных. И мне их как-то надо проходить все. Ну, попытаться, по крайней мере, допройти. Игр очень много. На самом деле, там где-то 5 или 6 игр, которые у меня как бы в списке по очереди стоят. Но если Вуконг вдруг зайдет мне... А вы знаете, ребят, если мне что-то зашло, вот прям вот охрененно как зашло, то я, в принципе, никуда не отрываюсь от этой игры. Я ее бомблю до последнего. Это, я не знаю, это должна выйти еще какая-нибудь одна охрененная игра, на которую я могу переключиться и подзабить болтец. Понимаешь, да, чем я? А так стараюсь по возможности, ребят, допройти все-таки эти игры. Вот, по возможности. Возможности, правда, маловато у нас. У меня. Еще этот YouTube поганец тупит. Вот. И рад бы выложить, а никак. Понимаешь? Вот и все. Не знаю, друзья мои, напишите по поводу стримов. Нормально на стримах идет? Если нет, я буду тогда нафиг стримить. На стримах все это играть. Чем вот так вот скачивать там что-то. Точнее, не скачивать, а рендерить там еще что-нибудь. Прям напрямую. Фигачнул и шпаришь себе. Так, ну что, у нас последний поединок, судя по всему. Да, ребят, последний у нас бой. И мы... Я даже заговорился, даже не посмотрел, куда мы с тобой попадаем. В какую лигу, в какое место. Что там, что там у нас. Сейчас посмотрим. Банзай, тыдич. Не рассыпались. Так, надо включить свет, а то что-то как-то уже темно на улице. У нас уже все, ребят, полярный день закончился. Теперь началась полярная ночь. Ну, уже как бы не ночь, а просто полярный день идет на убыль. А, так у нас Лига Мастеров 3 звезды и 6-я позиция. Это, ребята, почти топчик. Это почти топчик. Так, так, так. Ага, Джастин. Друзья мои, Джастин нам выпал. Но мы идем с тобой вот сюда. Эксперт снаряжения. Поехали. Так, 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 так. Я думаю, что эти ребята сами справятся. Здесь. Я думаю, их не затруднит. Так, что у нас тут еще? Days Gone 2. Блин, как бы я хотел, ребята, чтобы нам дали такую возможность увидеть в белом свете игру Days Gone 2. Потому что первую часть я прошел вообще. Мне лично такая тема зашла. Ну, вы помните, Days Gone это про зомби-апокалипсис игруха. Вот я тут просто сейчас читаю новости. О, Days Gone реалистик. Чего там? Ничего не понятно. Что-то реалистик какой-то. А, опять, наверное, какие-нибудь эти. А фиг ли посмотреть? А не посмотришь, YouTube-то не грузится. Так что без реалистика сегодня. Так. Товар с Озона 11 числа придет. Ладно. В общем, ребят, тут они справились у нас. Справились с пол... Блин, уже 10:30. Господи, надо ложиться спать. А я хотел еще в Дракон Задний Олуха поиграть. Походу, дело не пол... Так, снаряжение черепашки. Настольная игра. Доллары. Силовая ячейка крэнгов. Жетоны. Ну, хорош. Последняя попытка. Да, друзья мои, не получил. Всякого бреда надавали, кроме эксперта снаряжения.
Блин, у меня еще задания все, ребята, пройдены, оказывается, были. Я думал, еще хоть ежедневки пробежимся. Пробежались. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.